Немного нетипичные для Ульяновска макшанские и рязанские мелодии разносились на территории парка «Владимирский сад». Невозможно не пуститься в пляс под заводную музыку. Атмосфера задавала тон хорошему настроению. В 9-й раз в регионе отметили национальный праздник «Шумбрат». В этот день людей в этнических нарядах больше, чем в обычной одежде. Ежегодно праздник собирает все больше участников. Ежегодно праздник «Шумбрат» посещает более 1000 зрителей. «Шумбрат» – это мощная объединяющая сила в развитии мордовской национальной культуры. Главным лозунгом нашего праздника является «Шумбрат всегда, Шумбрат везде». Дождливая погода не помешала жителям и гостям города отметить знаковое для многонациональной культуры нашего региона событие. На входе гостей встречали музыканты и литераторы, просветители, деятели культуры и искусства, художники и мастера прикладного творчества, артисты коллектива самодеятельного художественного творчества Ульяновской области. Этнические костюмы, песни, танцы, традиционная кухня, впечатляющая своим разнообразием, работали 14 самобытных этноподворий из муниципалитетов Ульяновской области. Каждая площадка получилась уникальной и включила в себя историю, культуру мордовского народа. Сложилось впечатление, что часть Мордовии на время переехала в Ульяновскую область. Самое-самое, это вот, как я помню, я же чистая рязанка, в Мордовии родилась, как я помню, все время был каймак. Каймак, это вот перед вами, это картофельная ватрушка. Здесь у нас медвежья лапа, то есть это делается из печени, фарш печень и свинина, и обжаривается в сухарях. Мордовская кровать с вышивкой, орнамент обыкновенный цветочный. В каждой избе была люлька. Для люльки все любовно вышивалось, вывязывалось крестом. Вязали спицами вот такие красивые кружева. А вот любители активных развлечений могли тут же выплеснуть накопившуюся энергию в традиционных мордовских старинных играх или принять участие в мастер-классах. Праздничная программа включила выступления 26 коллективов художественной самодеятельности. Свои номера представили народный самодеятельный мордовский вокальный ансамбль «Волжанка», мордовская вокальная группа «Камалька» и народный ансамбль мордовского танца «Тештыны». Выступили фольклорные ансамбли «Келу» и «Тарама» Республики Мордовия. Поздравить ульяновцев с праздником приехали первые лица города и области. С приветственным адресом обратился председатель областного правительства Владимир Разумков. От всего сердца поздравляю вас с прекрасным мордовским праздником «Шумбрат». В этом году мы отмечаем его уже в 9-й раз. Его проведение является ярким, значимым событием в общественно-культурной жизни нашего региона. Особую ценность он обретает в год культурного наследия народов России. Приняли участие в торжестве гости из Мордовской Республики. Со сцены прозвучали поздравления члена Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, сенатора Российской Федерации от Республики Мордовия Петра Тултаева. По его словам, такие праздники помогают лучше узнать традиции и характер народа. Каждый народ, культура каждого народа по-своему уникальна, самобытна и неповторима. Это поистине настоящее богатство нашей страны, которое, конечно, нужно оберегать и приумножать. И мы видим, что вот здесь, на Ульяновской земле, дружно живут бок о бок представители практически всех народов, которые в нашей стране есть. С приветственным словом выступил с главной сцены и первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Александр Каргин. От предков мы получили и прекрасное мордовское многоголосие, прекрасные наши костюмы, танцы, песни. И это очень важно, потому что мы тем самым показываем, что несмотря на то, что мы разные, но мы вместе с вами многонациональный российский народ. Пусть Мордва достойно представляет на разных площадках и на разных уровнях великий русский народ. Мордовский «Шумбрат» продолжил череду национальных праздников Ульяновской области. Уже 17 и 18 июня в регионе пройдет всероссийский праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир Сабантуй. Алина Тихонова, Управда ТВ.